Всем хосячий гав, и с вами я, Хаски Макс Офф. И, кстати, даже не удивляйтесь, это было мое новое приветствие. Кто не в теме, мы недавно переехали, поэтому тут вот такая обстановка. Ну, короче, не удивляйтесь. Кстати, моя хозяйка Соня сказала, что мы скоро пойдем гулять. Поэтому по-любому там что-то будет. Господи, да дай нормальные видео снять. Что ты мою камеру постоянно двигаешь? Кстати, не обращайте внимания на то, что я сейчас ем, потому что у меня небольшой неплановый перекус перед прогулкой. Ну, в общем, не важно. Главное, что мы сейчас будем собираться и пойдем. Господи, ну вот скажите, ну чего она махает своими руками? Она впихивает в меня корм. Я есть не хочу, я уже поел. Ну ладно, съем. Ради вас, хосята. Хватит у меня его забирать. Это мой корм. Мой и только мой. Ну, хосятки, ну напишите в комментариях. Ну что это за нечестность? Она мне дает корм, а потом его забирает. Кстати, прежде чем мы пойдем гулять, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что у меня на самом новом влоге, ну то есть самом последнем влоге, у меня 400 с чем-то просмотров. Я хочу сказать всем вам огромное спасибо. Да дай мне хотя бы спасибо сказать, чего ты делаешь с моей пастью? Нет, ну это вообще хосячья несправедливость. Ну в общем, как всегда. Для нас полчаса, для вас одна секунда. А может хватит снимать? Вот дверь, вон я хочу гулять. Вот дверь, нужно через нее выйти, чтобы погулять. Ну пожалуйста, выпусти ты меня уже. Вообще, человеки, офигели. Олег уже обувает свои обувки или что это. Короче, какие-то мешочки. Я вот уже кручусь у двери, потому что хочу гулять. А это медлит и медлит. Чего она вообще медлит? Ладно, пойду пока поем. Что ж, я поел, меня одели, просто не видно из-за шерсти. И мы, получается, уже идем гулять. Ура, долгожданное открытие двери. И я лечу по подъезду. Эй, ты чего меня останавливаешь? Не имеешь права, я буду жаловаться. Слышь, жалобник, дай мне дверь нормально закрыть. Сейчас дверь закрой и подбежим. Ура, побежали! Макс, не так быстро! Ну а как еще тогда? Ну короче, мы подходим к лифту. Давай, тыкай. Все. Сейчас мы подождем, пока он поднимется на 7-й этаж. И получается уже пойдем. То есть поедем. Ура, лифт наконец приехал. Мы можем входить. Давай, тыкай еще раз на кнопку. Так. Ну... Как всегда, ждем, пока лифт приедет обратно. Пока что я тут похожу, осмотрюсь, хотя я тут довольно долго. Хозяйка, зачем ты перевернула камеру? Ну ладно. О, лифт открылся. Ой, это кто? Нужно понюхать. Так, нюхаем. Макс, ко мне, не мешай людям. Ну ладно, пошли. О, вот бежат мои друзья. Они меня постоянно гладят, как каждый раз, когда я гуляю. О, господи, они меня сейчас раздавят так гладить. Так, дайте я вас хоть понюхаю. Так, с хвостом аккуратней. За уши чешите аккуратней. Так. Ну, вроде все тут. Так, тебя, тебе тоже привет. И тебе. Так, потрястись. О, вот еще одна бежит. Снимаю. Здороваются. Это хорошо. Ура! Здоровимся с хосятами. Вот там еще одна. Я ее вот ждала. Эту понюхаем. Так, эту тоже прогоним. Что ты мне прогоняешь? А, ну ладно. Я пока на эту попрыгаю. Короче, снимаю влог для Максимного канала. Между прочим, для моего канала. Так, суету навести охота в атаку. Так, догоняем человека. О, человек и испугался. Цель достигнута. Еще раз летелись и еще раз разлетелись. Опять. Макс, так, блин. Я буду тянуть, а они будут меня гладить. Хороший план. Так, сейчас заворачиваем туда. Хозяйка, я сказал, заворачиваем туда.
Да блин, что вы дорогу преграждаете? Дайте вольные собаки завернуть. Нормально. Короче, понятно, направо завернуть сегодня не получится. Опять они меня гладят. А я где третий? А, вот. Вот и четвертая подошла. Давайте гладьте. А что за ухом не гладите? Ну, короче, как всегда. Научитесь гладить. Благородно все нужно гладить благородно. Это знают все. Мы пришли на лавочку, и я догадываюсь, что сейчас будет. Капец, даже прогулять не дают. Тянут и заставляют садиться на всякие лавочки. Мы хаски не обязаны. Ну ладно, сяду. Так, ради подписчиков. Кстати, у меня их уже 3. Ну, как-то набираемся потихоньку. Вот, я сел. На меня, как всегда, все смотрят. Типа, я модель, хотя я и так модель. И я с этим согласен. Так, морду не снимай, а не ноги. Что вы меня зовете? Так. Ну, давайте, гладьте. Чего остановились? Я тут ради вас на скамейку все-таки сел. Макс, он такой пушистенький. Ну да, я пушистый. И что теперь? Короче, сидите на своих скамейках сами, а я пошел дальше гулять. Давайте хоть на газоне погуляем. Тут как-то поинтереснее. Блин, ну что вы камеру загораживаете? Меня снимайте, меня. Я тут вообще-то влог снимаю, а не вы. Да господи, отойди. Что ты мне руку суешь? Там даже вкусняшки нету. Вот когда появится вкусняшка, тогда руку мне и суй. Капец, у них даже вкусняшек нету. Да блин, уйди с экрана. Вот молодец. Давайте подходите ко мне гладиться. Да что ты мне мешаешь? Я говорю, уйди. Короче, мне это все надоело. Теперь я буду тебя атаковать. Конечно, ты не та, которая лезла мне в экран. Ну пофиг. Все равно атакую. Короче, вы мне все надоели. Я пошел гулять сам. А то с вами тут уже неинтересно. Гладите и гладите. Хоть раз бы кто-то вкусняшку-то принес. Ура, мать пришла. Ну блин, ты меня тоже понежнее гладь, а я на тебя буду прыгать. Так, ну ладно, пошли уже. Пошлите. Давай, гладь мне по один раз, и я пошел. Потому что я слишком радостный. Знаете, могу и увалить. Ну, короче, вы мне все неинтересны, и я буду тянуть туда. Потому что так веселее. Короче, ребзи остались во дворе. А я уже хочу наконец-то погулять. Ну, около дороги, короче. Я ее тяну, а она идти не хочет. Представляете? Мы уже подходим к дороге. Я ее, конечно, тяну. Да, что ты асфальт снимаешь? Вот меня снимай. Молодец. Я вот нюхаю тут травку, деревья, потому что тут очень даже весело. Так, подождите, помечу. Все, можем идти. Извиняюсь за возможный шум там до машин, дороги, потому что мы, как я уже сказал, около дороги. И тут ездят машины, вот, даже подсниму немного. Ну, и меня тоже, конечно, снимай. Вот, короче, мы идем к другому дереву, я буду тянуть специально, это ей месть. Слышь, мститель, а может мне тебя на прогулки больше не брать? В смысле не брать? Нет, я тяну просто так, потому что хочу погулять, вот я же уже не тяну, поэтому не надо. Конечно. Как услышал слово «улица» или «гулять», конечно, ты тянуть перестанешь. Ой, все, хватит. Главное, расскажи, какое видео выйдет уже очень скоро. А, ты про наш поход, где мы будем ночевать в палатках? Тихо, не рассказывай все. Возможно, это видео уже вышло. Пусть хосятки посмотрят видео и как раз... посмотрят, что тогда было за приключение, вообще что за видео, потому что видео 100% будет интересным. Да, это видео, кстати, уже на монтаже, поэтому скоро вы на канале Хаски Максов увидите как раз новое видео про поход. Там будет интересно, потому что там 100% будет озеро, и Макс, который 100% будет купаться в этом озере. Да блин, ну ладно, покупаюсь я в этом озере. Но мне кажется, кстати, это уже сейчас не про поход. Нужно уже пойти домой. Как раз поговорим с Мулькой насчет этого. Ну ладно, уговорил. Пошли тогда поговорим с Мулькой. Она останется за старшего и, возможно, еще, возможно, выйдет влог с Мулькой. Как Мулька остается одна дома.
Кстати, да, хорошая идея. Ну ладно, не будем задерживаться, пошли домой. Дождаемся лифта и едем на 7-й этаж домой. Лифт уже спускается, он уже на 3-м. Вот, я тут пока пройдусь, понюхаю. Тем временем, мне кажется, лифт уже приехал. Давай, открывайся. Оп, спасибо. Так, 7-й этаж, давай тыкай. Молодец, дверь закрывается, ну и мы, получается, уже едем. Короче, мы уже приехали. Давай. Опа, я выхожу как раз первым. Вот наш вид. Наша дверь находится вон там, вот. В конце коридора. Вот я уже пришел, давай, открывай. Мне протерли лапы, и вот я гуляю, Мулька вон там. Пошли к ней. Мулька, короче, тут такое дело, что я скоро уезжаю с Мулькой в поход. И ты, получается, будешь дома одна. Ура! Я наконец-то буду одна дома. Я так долго этого ждала. Только один вопрос. А в чем сама просьба? А просьба в том, что я, когда уеду снимать свой влог, от тебя я жду влог «Мулька одна дома». Тем более, ты давно не появлялась на моем канале. О, прикольно, как раз новая квартира, и я сниму свой собственный влог. Как раз, конечно, он будет на твоем канале, ну да ладно. Короче, я смогу снять влог, но при одном условии. Ну и каком же, интересно? А вот таком. Если на этом видео наберется больше 50 просмотров, то, конечно, я с радостью сниму влог. Косяк, вы сами слышали. Если на этом видео будет больше 50 просмотров, то ждите от Мульки влог. Ну, короче, я пока с Матей поиграю. Я ничего не боюсь, я грозный волк. Так, я грозный. Не толкайся. Я настоящий грозный волк. Мне нет ничего не страшно. Даже так. И вот так. Прыгать я не боюсь, а? Ты чё меня пугаешь, а? Я тебя сейчас съем. Я же грозный. И ничего не боюсь. Даже так могу встать. И вот так. Ну, короче, я выиграл. Короче, пока с тобой не очень интересно, а я выиграл. И точка. Я говорю, я выиграл. Куда ты уходишь на балкон? Я, может, с тобой переиграть хочу. Я выиграл. Ты чё? Чё дерёшься? Ну, ладно. Так, подождём, что будет дальше. Я её пока покусаю. Ну, ладно. Я думаю, 13 минут для влога достаточно. Всем хосячи пока. И увидимся в новом влоге про пляж.